И снова здравствуйте! С вами «Последние новости». Стало известно, что бывшая жена Сергея Шнурова Матильда впервые рассказала, что чувствовала из-за развода с музыкантом. Она раскрыла душу своим поклонникам, когда подводила итоги ушедшего года. По словам Матильды, этот год был болезненным, был много потерь и разочарований. Хочется написать что-то легкое и праздничное, но когда я думаю про свой прошедший год, не получается, поделилась Матильда. Я благодарна моим друзьям, всем добрым сердцам, которые меня поддерживали. Знаю, что всегда нужно не терять способности мечтать. И пусть эти мечты и цели будут самыми невероятными. Развод Сергея Шнурова и Матильды стал одним из самых громких в 2018 году. И не только потому, что супруги, которые прожили вместе 8 лет, скоропалительно разорвали отношения, но и потому, что спустя 2 месяца после того, как Сергей получил штамп о разводе, он поставил штамп о браке, женившись на молодой избраннице Ольге Абрамовой. Позднее стало известно, что Ольгу Сергея связывал длительный роман, который длился чуть ли не год, и ходят слухи, именно это и стало причиной, по которой Сергей развелся с Матильдой. Ну что ж, пожелаем им, чтобы каждый из них нашел свою любовь. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал. А с вами были последние новости.